Экономический форум «Зауралье», который проходит в Сибае, станет ежегодным. Предложение бизнес-сообщества города поддержал временно исполняющий обязанности главы Башкортостана. На встрече с представителями деловых кругов в рамках заседания Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ради Хабиров отметил, что в настоящее время институты поддержки бизнеса в республике многочисленны, разрознены и не всегда эффективны. Поэтому в дальнейшем их систему четко структурируют. Тот форум «Зауралье», который уже определенная история имеет, нам все-таки, мне кажется, его надо возрождать, делать его же ежегодным. И, соответственно, на этом форуме глаза друг другу уже высказывают, что вас волнует и какая помощь вам нужна. По мнению экспертов, форум «Зауралье» важен для бизнеса. Здесь звучит много полезных инициатив, однако не все притворяются в жизнь. К примеру, не нашла воплощения идея создания так называемого «Зауральского партнерства». Его суть в создании максимально комфортных условий для развития бизнеса путем подписания соглашения властей и инвесторов. Зауральский форум, о котором вы сказали, он очень, на наш взгляд, не только на мой, важен, потому что он создает ту деловую площадку, на которой могут встретиться лицом к лицу как раз местные предприниматели, местные чиновники, республиканские чиновники, инвесторы, предприниматели республиканского уровня, федерального уровня, в общем-то, какие-то идеи вынести. У нас уже... В общем-то, Зауральский форум имеет и определенную историю. Минус его только в том, что он проходил не регулярно, не ежегодно раз. И, в общем, не было его в регулярном календаре многих людей, которые планируют свое время заранее. Форум, он очень нужный, он очень востребованный. Во-первых, это событийный туризм, это, в общем-то, и поднятие предпринимательской активности в Сибае. Я обоими руками за и готов сюда также приезжать. В общем-то, это интересная идея, она должна быть реализована. Последний на данный момент экономический форум в Сибае прошел в августе прошлого года. Заключили несколько соглашений о проектах в области сельского хозяйства, однако прорывным форум не стал, отмечают аналитики.